Всем приветик! Хочу вам показать, какие продукты я сегодня в Пятерочке купила. Так, начну, наверное, прям вот по списку сразу. Штрудельки с яблочной начинкой. Вот такие симпатичные и вкусные. Тесто как слоеное какой-то такой, значит, песочное. Песочно-слоеное. 51,99. Так, яйца куриные, яйца белые. Мы сейчас посмотрим на них, какие они тут белые. Ну, не мелкие, я хочу сказать. Да, ничего, так. Нормальные. Так, вот видите, называется яйца белые, крупные. 50 рублей без 1 рубля, 49,99. Это они любят, эти 99 везде добавлять. Потом, так, горчичный батон. Нарезной, мягенький такой, свежий. Батон этот горчичный 29 рублей. Так, Гарибальди. Купила вот два разных. Это обыкновенный из говядины, зельц, ну как холодец. А это мясо свиных голов, прессованное. В общем, тут свининка. Я как-то покупала, ну, знаете, ну, вкусненько так, на бутербродик. Вот так это выглядит от фабрики Гарибальди. Сейчас скажу. Говяжий стоит 186,11. Так. Где еще один? Свиные головы. 136,03. Разница все-таки рублей в 50, наверное. Это я взяла домой и на дачу. Фабрика качества, премьера. 141,79. Колбаска вкусная. Саша сегодня поедет на дачу, с собой возьмет, там колбаска закончилась. А ему, как мужчине, все-таки надо перекусывать бутербродик. Так, в этот раз я купила подешевле кошке еду. То она ничего не ела, сейчас на нее что-то какой-то жир напал. Уж думаю, не в положении ли она у нас. Вот, с уткой из говядины. Это стоит по 12,90, по 13 рублей. А вискас уже почти 19. Так, дальше. Салями колбаску взяла домой, сырокопченую. Вот за эту маленькую палочку 103 рубля. Взяла не кремлевскую, а салями в этот раз. Так, дальше. Посмотрите, какую водичку купила. Она недорогая. И, видимо, на той же фабрике сделана, где Боржоми. Потому что как-то подходит все. Так, рекомендуется при болезнях ожирения. Помогает при болезнях обмен веществ. И содержит суточную норму йода. Вот. Ну, здесь в таких даже очках ничего не прочитаешь. Уж что говорить там. Ну, жутко полезная. Его, эту водичку надо пить, наверное, как бы дозированно. Вот такая вот вода. По сравнению с Боржоми, стоит совсем недорого. 33,99. 34 рубля. Так, био-йогурт себе купила вечерком выпить. Детский такой вот. На детское питание перехожу. 43,89. Молочко пестравское, самое наисвежайшее было в магазине Пятерочки. Пестравское молоко 70 рублей. Био-йогурт Актив, вот такой био-йогурт. Без добавок взяла. Хочу я попробовать испечь татарское такое угощение вкусное. Борсаки. Нам в этот раз передали знакомые. Саша в гостинчик. Попробовали, такая вкуснятина, мне очень понравилось. И последний, домик в деревне, взяла вот такой вот йогурт попробовать. Я ни разу не покупала на завтрак попробовать такой. Баночку такую ни разу не видела даже. 43,29. В общем, у меня покупочек был на 971 рубль. Взяла посмотреть, что там со скидками, вот такую брошюрочку. И сейчас же в этом видео я вам покажу мои аптечные покупочки. Вот. В 2013 году
Была на приеме я у гастроэнтеролога, ФГДС сделала, и тогда мне поставили там какой-то гастрит артральный. Вот у меня изжога была периодически, и иногда по ночам, даже к утру где-то ближе, желчь прям до горла доходила. Было так несколько раз. И мне вот выписывали такие вот препараты, которые мне помогли. И вместо резолюта я пила, конечно, сенциали. Вот. Сейчас, вот с 13 года я себя нормально чувствовала, пролечилась, и прям было все превосходно. Сейчас опять вот такая же история началась. Вот, я достала свои рекомендации гастроэнтеролога и пошла купила. Купила я это все. Но вместо эссенциали мне предложили резолют. Вот хотела бы я услышать ваше мнение. Может быть, кто-то принимал, стоило ли мне заменить вот эссенциали настоящие, вот это германский препарат, это тоже германский препарат, на резолют. Но меня убедили в аптеке, якобы эссенциали нужно хранить обязательно, это обязательное условие, в холодильнике. Резолют не нужно хранить в холодильнике. И он еще плюс ко всему, что здесь фосфолипиды, как это правильно, что я сказала? Так, фосфолипиды, вот что, полинасыщенные из соевого лецитина. Здесь 300 миллиграмм. Потом глицерол, монодиалактон, 120 миллиграмм. Триглицериды средней степени, цепи, 40 миллиграмм. И масло соевое очищенное, 138. И токоферол, 1 миллиграмм. А, это витамина, наверное, да? Правильно я говорю? Липоид, ППЛ, 600. Это называется одна капсула. И вот состоит из чего. Вот, я заменила. А у самой такой вот... Думаю, правильно ли я сделала. Надо было сначала... Ну, в общем-то, такие же капсулы, как и... Поглатывать их нам тяжело. Как эссенциали, наверное. Девочки, кто, может быть, сталкивался с таким? Подскажите мне, стоило ли вот заменить? Или все-таки эссенциали лучше? Тут тоже написано «Берлин Хими, Германия». Производитель Германия. Так, вот это я еще купила. Еще хотела вам сказать. Сегодня я решила измерить сахар. Так как у меня наследственность отягощена. У меня и бабушка по папиной линии, и папа, и тетка. Все болели сахарным диабетом. И всегда я вроде как периодично, с периодичностью так проверяю свой сахар натощак. У меня всегда было в норме. Сегодня я... решила измерить сахар. Передача тут была с Мясниковым. И я думаю, ну-ка я померяю натощак. И мои вот эти вот полосочки, конечно, они уже старенькие. Показал у меня 6,2. И у меня уже это заиграло все. Вот. Я, значит... Вот такие вот у меня тест-полоски Акучек. И они у меня, конечно, март 2014 года. Представляете? Вот. Значит, почему я все-таки думаю, что они не уже вышли, срок годности у них вышел? Потому что я измерила сахар натощак. Потом я покушала и хотела вот измерить, узнать, насколько у меня подскочила эта глюкоза в крови. И этот же опять мне показывает 6,5. Представляете, я уже сразу поняла, что, ну, а ведь их столько, этих тест-полосок, а я часто не пользуюсь. Это вот пользуется, наверное, вот кто болеет. Тут вот столько вот осталось. Конечно, за 5 лет это, наверное, все-таки надо выбросить. Пошла, купила новые. Завтра с утра я померяю. Черный чип, вставьте его раз и навсегда. Автоматическое кодирование. Чип больше не нужно менять. Ваш промокод. Господи. Еще что-то. Чипы какие-то. Я уж забыла. В общем, завтра я измерю
свой сахар, а то сегодня прям я что-то прям напугалась, у меня до 6 не поднималось. Вот все, что никогда. Хотела я вам сегодня показать. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.